Если мы не шутим, мы продолжаем проходить игру под названием Вальфарис. Игра на самом деле большая и долгая. Я думал, она быстрее закончится. У нас с вами собор. В прошлой серии мы сразились с главарем монстров, каких-то животных, я не знаю, ящеров. И теперь мы в соборе. Вау! Вау. Ух ты. Не ожидал я такого врага. Так, там еще новый какой-то враг. А, это шаманы эти же. Шаманы жесткие. Я тоже могу резаться. Я, знаете, а то дальше, да? Здесь проход нету. За металл, он мне как раз нужен. Так, хорошо. Так, запомни, что рты цепляться и можно за люстры цепляться. Вот это нужно запомнить. Босс. Манайс. Окей, откуда я начинаю? Короче, я понял. У нас все херово, да? Главное, я вот момент не пойму, когда нужно словить. Класс. Забываю. О. Так, стой, а можно мне забрать вот это? По картинке я вижу какой-то шаман. Дракон. Не знаю, что это. Не хочу знать. Блин, или уст... Подожди, у меня 9 штук, да, их? Так, этот алтарь выглядит так, будто на него нужно положить какое-то подношение. Это что за подношение? Посмотрим, что я смогу найти. Это ж этот, то, что капал, капала ему. Какая-то херня, я помню.
Ай. Если так, тогда лучше так. Ага. У нас червячок. А ёлки-палки. Фу. Еще по одному. И я сдох. Сфера души. А можно сердечко, пожалуйста? Можно сердечко. В принципе, черваку. Чурвак. Это теперь не червяк, а чурвак, поняли? И самого заново. И самого заново. Классно. Крутяк. А, ёлки-палки. Мне сейчас еще и черви сожрут по пути. Лучше в рукопашку ловить. Ладно. Последующих врагов убиваем с помощью ракетниц. Ну, кроме червей. Понимаете, здесь просто мои самые нелюбимые враги. Ну, это вот эти. А я знаю, как я убью этого. Я ж могу червя этим ёбнуть. Как они называются? Улучшенным мечом. Так, у меня хватает хп на 2000. Запомнили, да? Так, червь.
Так, ждем червей. Ждем червей. Интересно, кто там повешенный? Какой-то волк, оборотень, химера? Черви почему-то с железными ртами. О! О! Можно, пожалуйста, сохранить? Сохранение. Спасибо. Так, мы помним это место. Ага. Ёлки-палки. А, фу, я ж сохранился, фу, чё я туплю. Я же сохранился, а то я могу не тупить. Не, ну нам по-любому проходить это нужно, потому что мне нужен камушек. Да? Как мне вот здесь вот проскочить так, чтобы меня не атаковали? Вопрос. Я понял, спасибо. Найс. Ну я все сделал, в принципе. Налетели уже. Так, улучшить. Тебе тоже, да, нужно 7. Готово. В чем подвох? Короче, понял.
легче просто бежать. Найс. Оно фризит. Я просто это вижу. Я просто вижу, как... картинку фризит, боже. Это я сейчас где поднял, что? В смысле? Стой, лифт! Все, 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 поехали, поехали. Ох, бля. Ебанулся. Саня, ты живой? Босс хуй знает где. Сань, лети на место. Санёк. Я ракетки использую, Саня. Санька. Санюшка. О, летит. И опять улетел, ну, надоел ты, Сань. Возвращайся на свое место, ну быстро, паршивец. Я знаю, ты сюда сейчас полетишь. О, хорош. Ау. Сферы не кидай, я говорю, сам лети сюда. Вот летит. Вот летит наш парень. Красивый молодой. Я хочу с тобой потанцевать. Сфера душ, которая мне походу нужна. А для чего, я не знаю. А, походу здесь... походу я красавчик. Походу здесь второй есть. Походу мне нужно сейчас немножечко это все наебать. И убежать. Поставить сферочку. Ух! Сферочку поставить, потому что это ёбнуться можно. Так, так. Ой, тут ни хера и не было. Ладно. Мы с вами просто бегаем, уворачиваемся. А всего, что может к нам прилететь. Сань, ты согласен? Саня согласен. Thank you.
Ой, бля, это сколько мне времени нужно? Ладно, на Воге я этого его уничтожу. Раз. Так. А, подожди, это ж мне еще туда добежать нужно. Это тоже время надо. Пускай оно у меня лагает, но я быстро бегаю. Так. Я его не вижу, поэтому он сам должен прийти. Так, чел, давай, наверное, приезжай. А, ты сюда же решил приехать. Так, готово. Сфера получена. А вот теперь нужно как-то продумать так, чтобы меня не убил тот второй. Я могу, в принципе, повпитывать урон, потому что меня, в принципе, так сильно дамажить не будут. У меня главное, чтобы лучом меня не сбили. И вот что главное. Вот, хорош, хороший матч. Так, мне нужно на ту сторону. Все. Отлично. У меня все хорошо. Сразу же, сразу. Ну, здесь ладно, не страшно то, что у меня было не фул хп. Вот это сложно было против двух этих жирнищей. Здесь я не спорю. Готово, все взято. Идеально. Еще подъем. Ладно, я понял. Плюс фризы, плюс лаги. Ой, а собаки-то норм дамажат. Пизданут. То есть собаки. Окей, я запомнил. Thank you.
готово. Оу, щит. А, ага. Ага. Вот так вот. Ничего вы мне помогаете? Как эту херь пройти? Вау, ну, слушайте, им довольно очень быстро убивать, если накопсал. На удивление, довольно быстро. Ну, давайте посмотрим, что дальше. У нас тут кнопочка. А-а-а. Ага, а я умру, да, если... Давайте изменим оружие на... Вот это вот. Сейчас мы попробуем. Окей. Так, изменить на наше оружие. И. Клинок. Попробуем такое, ну-ка. Какой умный, да? Что я мог просто... А-а-а! Видите, умный! Я умный, а теперь мы... Так, плазму... Мы выбираем пистолет. Давайте, наверное, меч. Повышает дальность, повышается сила. Но ракетница тоже норм. Не знаю. Блин, я не знаю, что из этого лучше. А, давайте ракетницу. Так, и сколько мне нужно? Еще 3 металла. Вау. Кровавый металл. А-а-а. Босс. Ну, поехали. И закончим серию. Тэрион, мы наконец-то встретились лицом к лицу. Я фурак. Когда-то я был самым верным генералом твоего отца, до того, как он нас предал. Предательство в Ролла меня не удивляет, но что именно он сделал? Его одержимость энергией Соль Мари привела к возникновению космического разлома, в который затянуло Вальфарис. К тому времени, как мы нашли дорогу назад, Вальфарис был заражен, осквернен тем, что обитало в разуме. А, в разломе. Аврол исчез, бросил нас на произвол судьбы. Его жадность обернулась для нас всех проклятием. Бесчестие твоего отца не знает границ, а моего. Я вижу, ты человек чести, Террио, но теперь я служу лорду Кайваку. Мне предстоит тебя убить, так что готовься к смерти.
Вау. Могу я, интересно, перепрыгнуть? Его, в принципе, можно в ближке убить. А, тогда нужно было пекальнее улучшать. Ну, меч. Смотрите, короче, на первой стадии я могу его мечом бубасить. Да и все. Потом начинается жопа. Но это враг на ближнюю атаку. А, у меня есть энергии не хватает. О. Короче, когда у него мигает молот, я только не понял, почему у меня не заряжается меч. Вай. Меч. Что ты делаешь, меч? Вот на вот этой вот стадии нужно было... Короче, смотрите. Нужно где-то... Я, понимаете, когда он начал гореть, и он хотел уже атаку делать, я сразу начал бежать. Не нужно было. О, вот это он начинает спамить, это довольно плохо. Блин, ну я ему запросто срываю больше половины. Серьезно? Я-то думал. Вы поняли? У него полная защита от стрельбы. Банать. То есть я все правильно делал, нужно его было чисто в ближке атаковать. Thank you.
нужно понять, когда он атакует именно молотами. И почему у меня энергия не... не использовалась. А, мне... Короче, я не знаю, тут просто очень много эффектов. У него можно запомнить такт атак. То есть, когда пригинаться, когда... Все, короче. Ты правда сражался с Чести? Его атаки. Когда он атакует сверху, он заряжает около плеча атаку. Когда он бьет по низу, он как бы молот вниз наклоняет. В принципе, прикольный босс и какой-то новый меч. Баторий. Этим легендарным мечом вокруг Катараса пылает вечное пламя, и можно разрубить и поджигать врагов. Батори, брат, не могу поверить, что это ты. Этот меч сын Врола? Ага. Я потом как-нибудь объясню. Прикольно. Один сфера. Ну, поехали тогда, где там наш... Ха, прикольный меч. Итак, думаю, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.